Вы на канале «Лекарственные растения». Всем привет! Сегодня будем готовить из лекарственного плода желейной пальмы компот и варенье. О ее полезных и лечебных свойствах смотрите в плейлисте «Деревья». Ну а мы приступим. Костянки собирать нужно спелые, не мятые. Хорошо промыть под проточной водой. Отделить мякоть от косточек. Это, скажу, немного муторно, потому что отделяются они непросто. Но можно тщательно размять вместе с косточкой и оставить с мякотью. Конечно же, если косточка вам не пригодится в дальнейшем. Часть мезги перетереть через сито. Получается вот такая густая масса сока, из которого можно сделать мармелад, желе или варенье. Будущее варенье ставим на плиту на среднюю температуру, а жмых выкладываем в другую кастрюлю, из которой будет готовиться компот, и тоже ставим на плиту, только на полную мощь. Теперь добавляем сахар в обе емкости. Сок варить минут 20, компот 10 минут после закипания. Для аромата я в компот добавила несколько листиков мелиссы. Напиток готов. Выключаем и оставляем на плите до полного остывания. Когда компот остынет, процеживаем через марлю и убираем в холодильник. Варенье из сока тоже готово. Вливаем в уже пастеризованную баночку. Закрываем крышкой и убираем в темное прохладное место на хранение. Хочу заметить, если варить напиток из цельных плодов бути, не перетирать для варенья, как это сделала я в данном случае, то вкус и цвет компота будет очень насыщенным, кисло-сладким с экзотическим фруктовым привкусом. Приятного аппетита! Готовьте с любовью! Всем спасибо за внимание и пока-пока!